Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Козина. И я хочу поговорить на тему «Основные ошибки новичков при съемке вот таких вот видеороликов». Ну, в первую очередь, мне прям аж сильно передергивает такая вот ошибка, когда новичок снимает зачем-то свою собственную голову и выше головы, непонятно зачем. Вот эта вот пустота от головы и там до чего-то, она смотрится непрофессионально. Если вы хотите, чтобы ваш видеоролик смотрелся профессионально, то в кадре примерно должен попадать чуть-чуть выше головы и, соответственно, где-то примерно до пояса. Если ваш кадр будет попадать, ну, скажем так, чуть-чуть выше головы и ваши собственные ноги, в принципе, это приемлемо. Дальше вы в камеру должны смотреть прямо. Не снизу вверх, не сверху вниз, а именно прямо. Следующая ошибка. Зачем-то новички снимают себя сидя. Я не понимаю, зачем, но в первую очередь мы должны уважать своего собственного зрителя. И когда мы стоим перед зрителем, мы отдаем дань уважения человеку, который смотрит на нас. А второе, это мы можем привлечь свои руки, мы можем привлечь свое собственное тело и показать свои жесты, показать свою эмоцию, свою мимику и тем самым образом показать, что мы за кадром живой человек. Тем самым увлечь нашего собственного зрителя, естественно, к нам. Следующая ошибка, это если вы снимаете видеоролик примерно минуту, то ваш видеоролик должен быть снят одним кадром. От начала и до конца. Если ваш видеоролик больше, это примерно 3 минуты и там, до бесконечности, то, естественно, в вашем видеоролике должны меняться ракурсы. Тем самым вы даете возможность отдохнуть вашему зрителю именно глазами. И человек не будет уставать посмотреть, и он будет, скажем так, очень вам признательна. Ну а с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующем ролике.